и пошли. Слушайте, я правда, мне действительно, вы мне махните, когда заканчивается. Мы-то можем играть сколько угодно. Нам-то что с Гришей? До минор и погнали. О-о-о! Я думаю, что это знак. У нас уже даже эти падающие бумажки уже как бы дают сигнал. Так, Гриша, до минор. А, это я помню. Да, помню, хорошо. Да, когда они скажут, что хватит, мы ее споем и все. Мы пойдем. Женщина с каменным сердцем смотрит в себя и все время молчит. У нее разгрузка и берцы, на поясе меч, за плечами щит. Новые краги, старые раны, лучше не подходи. Ты еще только строишь планы, а у нее уже все позади. Ей повторяют веками женщина с каменным сердцем. Сердце не камень, женщина с каменным сердцем. Слезы помогут поплачь, женщина с каменным сердцем. Она им в ответ: don't touch me, женщина с каменным сердцем. Женщина с каменным сердцем никого не слушает давным-давно. Когда говорят: распахни к сердцу дверцы, ей даже не смешно. Она молчит в ответ и уходит, потому что всегда одна. Мы говорим о еде, о погоде, а у нее каждый день война. Ей повторяют веками: женщина с каменным сердцем. Сердце не камень, женщина с каменным сердцем. Слезы помогут поплачь, женщина с каменным сердцем. Она говорит: ты не нужен, скрипач, женщина с каменным сердцем. Женщина с сердцем из камня, под камень лежачий, вода не течет. И не надоест искать мне что-то, что сможет помочь ей еще. Но эта женщина знает точно, ее главный враг — вода. Вода постепенно камень точит, и что ж ей без сердца жить тогда? Ей повторяют веками: женщина с каменным сердцем. Сердце не камень, женщина с каменным сердцем. Слезы помогут поплачь, женщина с каменным сердцем. Она говорит: don't touch me. Она говорит: ты не нужен, скрипач. Она говорит: а ты кто, мой врач, что ли? Женщина.